Я сейчас хотел бы рассказать о тех кандидатах, за которых нужно голосовать. И у меня есть список за тех людей, за которых необходимо голосовать. Я, пользуясь случаем, приглашаю еще раз всех прийти на избирательные участки, поддержать наших кандидатов. Все это люди опытные, понятные, надежные. Это настоящая команда Волгоградской области. Люди, на которых опирается региональное отделение партии «Единая Россия». Список этот состоит из 131 участника, из них 76 по списку, 69 по одномандатным округам. Стоит отметить, что голосование будет проходить по рейтинговой системе. Из списка бюллетеней можно выбрать одного или нескольких участников предварительного голосования. Я вот сейчас покажу всем список, потому что в силу разных обстоятельств кто-то не смог или не стал заходить на сайт регионального отделения партии «Единой России», где у нас размещены также фамилии участников. Он большой список, поэтому я думаю, что мне лучше будет встать и показать вот весь список, за который стоит все-таки нам отдать свои голоса. Видно для средств массовой информации? Держите, пожалуйста. Да. С одной стороны, это список одномандатников, с другой стороны, это список тех людей, которые зарегистрировались в общий региональный список. Все наши люди, все, еще раз подчеркиваю, достойные, уважаемые, и кто из них победит, будет однозначно достойно представлять Волгоградскую область в Государственной Думе.